Ежегодный благотворительный марафон «Ты нам нужен» начнется уже на этой неделе. Официальный старт намечен на 16 марта. К нему готовятся не только взрослые, но и дети. В клубе «Грани» полным ходом кипит работа. Ребята делают сувениры с ручной вышивкой, чтобы внести свой вклад в общую копилку марафона. Ну, я долго шел, 2 дня. Да, марафон, короче, нам нужен, чтобы мы для детей, которые, людей будем спасать. Увлечение вышивкой в клубе «Грани» относительно новое. Эти занятия настолько понравились, что даже затмили любимую всеми кулинарию. А научила вышивке ребят Ирина Полозова. Мы пришли с Женей в клуб, показали то, что мы умеем, как бы. И ребятам эта очень идея понравилась. И мы начали пробовать. У некоторых сразу получилось, у некоторых стежками мы начали вышивать. И сейчас уже ребята и иголку лучше стали держать, и которые не вышивали, уже у них успехи. Антону Борову настолько понравилось вышивать, что он теперь даже берет работу на дом. Ребята создают уже не отдельные узоры, а целые картины. Украшают вышивкой подушки, салфетки, полотенца. Очень понравилось с этой работой мне заниматься. Мне это понравилось, это нужно мне. Я делаю то для себя. Мне все нравится вышивать. Крестиком и бисером вышивать. В учебной квартире организации молодых инвалидов и их родителей «Грани» работа над сувенирной продукцией кипит в каждой комнате. В прошлом году к марафону они разработали целую линейку под названием «Апельсиновый сок». Это были сумки и тканные магниты. В этом году добавили полиграфической продукции. Вот такие уникальные блокноты можно будет приобрести только у организации «Грани». Продавать их будут волонтеры во время марафона. Здесь все дело рук особенных ребят. Артемий, как волонтер, лишь показывает, как правильно. Рисунки на обложках тоже плод воображения особенных художников. Переводим в электронный вид и разрезаем на резаке. Сначала ламинируем, потом разрезаем на резаке. И каждому блокноту мы отчитываем по 50 листов. И есть блокноты разных форматов. Сергей в этот день тоже часть производственной цепи. Говорит, не все так просто, как может показаться. Нужна сосредоточенность и аккуратность. Но цель оправдывает средства. Ну да, в курсе. Там собирают эти деньги для операции там, детям, которые нуждаются в срочном лечении. Там, в экстренном. Был там, я даже деньги давал как-то. Был на этом марафоне один раз в своем городе. Давал деньги. Да. А теперь трудом своим помогаете, вкладываетесь? Да, получается, да. 40 магнитов, 40 мешочков, 15 сумок, 30 блокнотов, а еще открытки. И это у организации «Грани» пока задача минимум. Уже месяц особенные ребята честно и добросовестно трудятся, чтобы собрать средства для тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Почти каждое изделие у нас – продукт коллективного труда. Если взять, например, сумку, то это несколько человек. Один кроит, вырезает, другой наносит рисунок, декорирует. Третий сметывает, четвертый шьет, пятый делает влажно-тепловую обработку. И почти каждое изделие, оно технологически разделено на несколько этапов, трудится несколько ребят. С помощью наставника, конечно. Сувениры организации «Грани» будут стоить от 50 до 300 рублей. На самом деле цена символическая, ведь все эти ребята не профессионалы и действительно тратят много сил, чтобы сувенир был не только красив, но и полезен. А какой-то из этих туканов непременно принес удачу своему новому хозяину и шанс на выздоровление больному ребенку. Елена Белова, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.